На эту сцену пригласить детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга под руководством заслуженного деятеля искусства Грибкова Станислава Федоровича. Именно под вашим управлением? Нет.
Нет, это вашу песню мы пели под вашим управлением. Я стоял здесь. Это-то я хорошо помню. Это хорошо, что, кстати, мне это сказали, потому что у меня еще больше чувство ответственности такая, что это же надо спеть хорошо, чтобы еще никто не поругался. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо.